В Нижнем Тагиле в этом году продолжится замена лифтов. В программе будут участвовать только те дома, которые находятся на спецсчетах и не перечисляют средства в фонд капремонта Свердловской области. Таких в нашем городе порядка 600. Заявки на участие в программе по замене лифтов необходимо подать до 24 января. В этом году будут менять лифты, которые находятся на спецсчете. Область проведет отбор с 10 по 28 февраля. Будут определены суммы субсидий на городам, и работа будет проводиться в этом году. Но ориентировочно планируем заменить хотя бы 40-50. В рамках программы по замене лифтового оборудования в 2020 году замены подъемников не будет, но планируется продолжить реализацию этой программы в 2021 и 2022 годах. В целом, по Свердловской области в ближайшие три года в многоэтажках планируется обновить более 1400 подъемников с истекшим сроком эксплуатации и к 2023 выйти на их плановую замену. Обновление будет проходить в 14 муниципалитетах Свердловской области.